Один из самых желанных сортов черной смородины, особенно для любителей, сорт ядреная. Самый крупноплодный, вкусный, устойчивый к засухе, к заболеваниям. Сорт является в своем роде неповторимым. Крупнее ягоды вы, наверное, не найдете. Кустик невысокий, компактный. Будет вести себя неприхотливо. При хорошем уходе будет удивлять вас большими крупными плодами. При полном созревании сладкоплодный довольно-таки сорт. Если вы будете иметь на участке эту смородину, то вы будете просто в шоке, особенно ваши соседи. Ягоды сами видите. Вес около 7 грамм, а может быть даже и выше. Длина ягоды до 2 сантиметров доходит. Ну вот, пожалуйста. Это самое так. Сейчас, подождите. Ширина где-то 1,5 сантиметра. Ягоды все одна в одну. Так-то прелесть просто.